Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав команды на 7-й этап Кубка мира, который пройдет в Анхольце с 21 по 24 января. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. В состав сборной России среди женщин войдут Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова и запасной Ольга Мащенкова. Среди мужчин Александр Логинов, Евгений Гораничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков и запасным Илья Гаврилов. В рамках этапа Кубка мира в Анхольце пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачете Кубка мира у мужчин лучший из россиян Александр Логинов, который занимает 19 место. В зачете у женщин Светлана Миронова, которая идет 21-й. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!